pasadas. Данное видео и данное видео посвящаю личам. Вчера в продаже в Пятерочке появились личи. Вот так они выглядят. Жесткие. Почти что совсем не пахнут. Совсем-совсем слабый запах. Как будто полено. Просто кора дерева. Если очень принюхаться. А так запаха почти что нет. Есть жесткие. Вот, а есть чуть-чуть немножко мягкие. В размерах немножко отличаются. Цвет у них одинаковый. Они как-то блекло-красные, серые, не, ну коричневые, блекло-красные, красные, коричневые, с пупырышками колючими, как колючие пупырышки, жесткая шкурка. Сейчас один помою, какой жесткий, разрежу и попробую. Жесткая шкурка отделяется. Внутри что-то мягкое и белое. Вот шкурка. Тоненькая, жесткая. Внутри розовая. А то, что под шкуркой, белая какая-то оболочка и какое-то ядро. Запах. Запах какой-то противный, но не сильный. Еле-еле. Что-то я боюсь пробовать. Отделяю ядро. Ядро жесткое. А я думаю, оно несъедобное. Коричневое ядро, орешек. Орешек несъедобен. Мякоть попробую. Вкус необычный. Слегка вяжет. Немножко сладкий. Фу. Наверное, это надо готовить с чем-то. Есть я что-то не хочу. Вот. Называются личи. Вот такие вот. Сколько стоит? Сейчас посмотрим. Сейчас руки помою. Итак, написано ДСК личи. 1 килограмм 99,99. Я купил 5 штучек. 70 грамм.
7 рублей. Картофель мытый 2,5 килограмма. 99 рублей 99 копеек. Так. Ну вот, стоит как картошка. Что, другой разрезать? Это я пробовал жесткий. Мягкий попробую. Да и нет, что-то не хочется пробовать. Как-то, наверное, как говорил один шеф-повар, ко вкусу надо прийти. Сейчас не понравилось, может быть, потом понравится. Может быть, в каком-то блюде понравится. Так, а что ж такое личи? Посмотрим в интернете. Личи. Так, уберу нож. Какой нож? Чеки выбрасываю, не нужны они, личи, которые я открыл, я его положу туда. Так, посмотрим, что такое личи. Личи. В интернете я посмотрю. Так. Это клава. Без кнопки. Так. В. Нет. В. Пятерочке. Личи. Угу. Ну-ка, читаем. Личи. Покупатели задают кучу вопросов про личи. Китайская слива. Китайская слива. В общем, какая-то информация есть. Азиатский фрукт. Так, что мы тут про них узнаем? Витамин ПП. Витамин ПП. А вот у меня был какой-то черный лич, а здесь какой-то светлый. Ну, видимо, у меня переспелый был. Видимо, кондиция разная. Я, видимо, здесь написано цена 250 рублей, а я купил за 100 рублей килограмм. 189 в Москве написана цена. Какая вообще дата этой статьи? 10 января. Миллион просмотров. А что в Википедии написано про это? Википедия вообще есть? Ладно, по-другому. О, лич. Китайская слива. Слива. Неужели есть? Почитаем. Личи китайский. Так. Плодовое дерево салиндовых. Вот они как выглядят.
Медицина, да? Вечнозеленая. Так. История она мне нужна. Использование в пищу в свежем виде или готовить сладкие блюда. Желе, мороженое. Консервировать сахаром можно. Китайское вино можно делать. Так, содержатся углеводы, пектин, ну это пектин в киселе, пектин. Калий, магний, калий в бананах есть, магний, витамин С есть во всех, в шиповнике есть витамин С, магний, не знаю, где есть. Никотиновая кислота. Содержит никотиновую кислоту, витамин ПП. Вот. Известный случай массового отравления детей незрелыми плодами личи. Ссылки. О как. Дети умирают от неспелых личей. Если лич не спелая, от них можно умереть. А мне попались переспелые, видимо. В медицине помогают при кашле. Семена болеутоляющие. Все. Это все, что мы знаем про. А, подождите. Так, углеводы. Тимин. А вот тут справа еще написано. Тиамин, ниацин. Что-то есть. Пиридоксин, аскорбиновая кислота, токоферол, витамин К. Микроэлементы всякие, селен, марганец. Так. А. Эукариоты, растения цветковые, двудвольные, солендоцветные, солендовые. Ну все. Вот, я покупал 5 штучек, одну разрезал. Эти полежат, потом выбросим. Как остановить запись-то? Раз, два, три.